10 человек на место. Таков конкурс среди претендентов на работу в новый таможенный терминал Одесского порта. Подбором новых сотрудников занимается лично глава таможни Юлия Марушевская. В приоритете молодые специалисты, но есть шансы даже у студентов без опыта. Сьогодні ми зустрічаємося зі студентами, які хочуть працювати у відкритому митному просторі. Ми зустрічаємося з тими людьми, які зможуть передати один одному те, кого ми шукаємо, як відбувається процес набору. І це фактично наші майбутні колеги. Я хочу поспілкуватися з тими, хто будуть творити зміну в Одесі, в Одеському регіоні і в Україні своїми руками. Ну а претендентов ждет собеседование на знание иностранного языка и таможенного законодательства. Потом обучение иностранными специалистами. Уже известна зарплата будущих таможенников. Это для старта будет 2000 гривен, но уже до конца текущего года обещают повысить до 10 тысяч гривен. Новый терминал – это будет сервисная служба. То есть ребята будут не только профессионалы, но и еще надавать качественный сервис. В настоящее время открыты вакансии державный инспектор, старший державный инспектор, начальник мытного оформления и начальник посту, открытый мытный постер. Всего планируют набрать 132 новых сотрудника, однако уже успели подать документы больше 1000 претендентов. Подать заявку может каждый желающий до 16 февраля по адресу улица Гайдара, 21А.